Уважаемые жители города, приглашаю вас на встречу 27 января в городском дворце культуры в 18 часов, на которой мы готовы обсудить вопросы, касающиеся капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов. Я хочу сказать, что мы также планируем и послали приглашение представителям фонда капитального ремонта, а также представителям жилищной инспекции Московской области. Надеемся, что представители этих ведомств будут присутствовать на нашей встрече. Полагаю, что все желающие могут задать свои вопросы через мою почту личную, как Овчинников, Красноармейск, @mail.ru. И также можно подать в письменном виде через газету, через администрацию, через сайт администрации. Поэтому с удовольствием примем ваши все вопросы заранее. Ну и также приглашаем, можно все вопросы задать в режиме онлайн уже на встрече со мной. То есть, еще раз повторю, 28 числа в 18 часов городской дворец культуры. Приглашаю всех на встречу.